Шестой ежегодный турнир Южного территориального округа по вольной борьбе среди юношей прошел в Дагестанских Огнях. За награды боролись 220 спортсменов из 30 муниципалитетов. Организаторы разыграли медали в 12 весовых категориях. А вот кто вошел в призеры, расскажет Гаджимурат Зиаудинов. Юные борцы Дагестана показали отменную выучку и стремление к победе. Возможно, на выступление вольников повлияло обилие звезд мировой борьбы. За поединками наблюдали заслуженные мастера спорта, чемпионы России, Европы и мира, победители международных турниров Абдусалам Гадисов, Магомед Расул Газимагомедов, Магомед Курбаналиев, Шамиль Кудия Магомедов, Асадулла Лачинов и Дарсан Джапаров. Такие соревнования, во-первых, они популяризируют спорт, здоровье, вольную борьбу. Я сам когда-то боролся на таких соревнованиях. Оно закаляет, делает ребят сильнее, крепче делает. Задает правильный курс, к чему должны ребята стремиться. Борцовский турнир в Дагогнях проводят уже в шестой раз. По замыслу организаторов, это возможность популяризировать юношескую борьбу, а для самих участников неплохой шанс попасть на заметку наставников республиканской сборной. Для нас очень важно, чтобы юношеская борьба развивалась, чтобы она росла, и юноши показывали серьезные результаты на уровне республики и других субъектов Российской Федерации. И в целом мы планируем в следующие годы выходить на качественно другой уровень. Мы будем привлекать другие субъекты Российской Федерации. Доминировали хозяева ковра, которые явно соскучились по турнирам подобного ранга. В весе до 71 килограмма вне конкуренции оказался 16-летний Осман Османов. Третий, четвертый раз подряд выигрываю, альхамдулилля. Соперники были неплохие, хорошо борются, но сегодня я выиграл. Оля-ла. Хороший опыт, мотивация на будущее. По итогам турнира в общекомандном зачете первенствовали хозяева ковра. У них 8 золотых медалей. По одной награде высшей пробы у вольников из Хасавюрта, Дербента, Сергакалы и Кайтакского района. Медали, грамоты и ценные призы победители получили из рук прославленных спортсменов. Гаджимурат Зиаудинов, Гасан Байрамов, Рамазан Амаров и Юсуп Газиамаров. Время новостей. Дагестанские огни.